Веселый, дружный, трудолюбивый и гостеприимный народ сегодня отмечает свой национальный праздник Акатуй. Здесь можно попробовать и национальную кухню, и познакомиться с культурой народа. Песни, танцы, национальные угощения. Все для гостей праздника, которых собралось порядка 4000 человек. Размах широкий, как и душа чувашского народа. Как говорят сами представители этноса, умеем работать и отдыхать. Под заводные мотивы в пляс шли, что называется, и стар, и млад. У меня родители все родственники чуваши, но я родилась в городе, я язык практически не знаю. Но когда слышишь песни родного народа, как-то греет душу и поднимает вот этот дух, настрой. Ирокунтар, хаклаханазем, подем черерин, сире саламлатбул, меликес черезинде. 15 муниципальных образований, где проживают чуваши, представили выставочные экспозиции. История в предметах, узорах и в отношении к другим. Акатуй объединил многие народы области. Нет этой грани, нет. Люди, слава богу, живут вместе. И русские, и татары, чуваши рады друг другу, улыбаются. Чуваши, мордва, русские, мы вместе, поэтому мы самый сильный народ. Правильно? На территории России проживает около 2 миллионов чувашей, и для порядка 100 тысяч из них дом – Ульяновская область. Для сохранения национальных традиций есть все возможности. Организовываются национальные праздники, в школах отведены отдельные часы для изучения родного языка. У нас и в первой школе, вот самая главная школа, там факультатив на чувашском языке проходит. Стараемся развиваться, двигаться, потому что, я еще раз говорю, без этого никак. У нас 3 космонавта, у нас есть народные артисты, Надежда Павлова, у нас есть спортсмены, у нас есть творческие личности. Поэтому у нас в России нет национальных преград. Мы равные среди равных. Маргарита Матюшинская, Сергей Рябухин, репортер 73.